Сначала к месту происшествия пешком выдвинулись спасатели Краснополянского подразделения. Позже погодные условия позволили поднять вертолет. Туриста доставили на базу спасотряда в Сочи и передали врачам скорой помощи. Как рассказал пострадавший, молния ударила его в плечо и вышла через ногу. От удара мужчина упал и покатился по склону. Из видимых повреждений у 35-летнего сочинца небольшие ожоги в местах входа и выхода молнии. Для полного обследования он направлен в больницу.